Рано утром появилась весьма трагическая для всей страны новость. Фанаты и поклонники российского художника-модельера Вячеслава Зайцева сильно встревожены. Пока никто ничего не подтверждает, никто ничего не комментирует, но рано утром нам стало известно, что сегодня, буквально час назад, из пригородной дачи Вячеслава Зайцева он был доставлен в одну из больниц города в очень тяжелом состоянии. Как говорят наши источники, он там находился уже несколько дней со своей семьей на отдыхе. Ему еще со вчерашнего вечера как-то не здоровилось. Родственники просили его вызвать скорую помощь, на что он отказывался. Сегодня утром ему стало намного хуже, и у него случился приступ. Уже на скорой помощи в бессознательном состоянии он был доставлен в городскую больницу, где сейчас и находится. Информацию достать, дорогие наши зрители, пока не удается. Информации очень мало, никто ничего не хочет нам рассказать, все пытаются что-то скрыть. Друзья и родственники пока никак не комментируют это. Мы рекомендуем вам подписаться на наш канал, следить за нашими новостями, ведь только у нас на канале выходят самые интересные новости российского шоу-бизнеса. До скорой встречи, дорогие зрители!